Этот мелкий английский моросящий дождь растворил наши планы поехать в Лондон на один день, но мы решили не расстраиваться и посетить место в Бристоле, где никто никуда не спешит. Присоединяйтесь. Это зима в Англии. Вот лед. Ой, уже растаял. А вот иней. Ну, почти снег. Сегодня ночью был мороз. Ищем они какой-нибудь новогодний наряд. Оказывается, на сегодня в церкви выступает. Смотрите, какой тут красивый отдельчик с такими Christmas штучками. Где-то я это уже видела. Вот я нашла такие тут крылья. Смотрите, это вообще как бы подвешивать надо. Вот так вот, вот так вот. Но я думаю, что у меня есть резинка белая. Я сделаю такие ремни, и будет как, ну, как рюкзачок надеваться, и будут такие крылышки. Итак, у меня в наличии крылья, ободок вот такой. Я, конечно же, этих снеговиков сниму. Суперклей, резинка белая, помпончики. Они такие, видите, блестяшками чуток. И вот такие, я не знаю, проволочки, которые вот держат, как с памятью, если так можно сказать. И вот сейчас смотрю, с чего бы слезать идею. Я думаю, что примерно это будет выглядеть вот так. Пытаюсь клеить вот эти штучки на суперклей, но они не клеятся. Сейчас возьму нитку, буду пришивать. Юля наряжает елку, а я закончила творить. Вот такой у меня нимб получился. Вот такие вот резиночки крылышком. И нам уже просто, вот я сейчас просто бросила уже нитку с иголкой. И надо выбегать. Так, ангелочек наш готов.
Baptist Church. Мероприятие мне очень напомнило Пасху, когда святят Пасхи на улице, и это реально весело. Христос воскрес! Христос воскрес! Я так крылья сделала, что они реально отвалились просто. А потом Аня их взяла под мышку, ну и вот так выступал. Панорама вечернего Бристоля. Вот там, кстати, видно мост, на который мы, надеюсь, завтра пойдем. Ну, мостик не мостик, но масштабы впечатляют. Это Клифтонский подвесной мост, это гордость Великобритании. Он был сооружен и открыт в 1864 году. Длина моста 230 метров, а вот высота 75 метров. И с этого моста был осуществлен первый банджи-джампинг-прыжок. И если вы посмотрите на воду, которая течет под мостом, это речка Эйвон. Надеюсь, не с этой воды делают косметику Эйвон, так популярную в мои школьные годы. На самом деле вода в реках Бристоля, ну, по крайней мере, все, что я видела, всегда мутная. Чуть меньше, чуть больше зависит от того, как много дождей выпало, какое течение и так далее. Кстати, через мост пешеходам, велосипедистам пройти и проехать совершенно бесплатно, а вот чтобы проехать на автомобиле, нужно заплатить 1 фунт. Это одна из самых оживленных улиц города Бристоль, Батроуд. И посмотрите, ни одной машины. А знаете почему? Потому что сегодня не просто выходной, сегодня Крисмас. С праздником вас. Автобусов тоже нет, никто не работает. Thank you.
много очень русской речи. Видимо, только русскоязычные ребята выходят с надеждой на то, что будет какая-то тут движ какой-то будет. А движ не происходит. У нас канун Нового года. Смотрите, сколько мы всего купили. Завести это прямо домой, потому что не существует бордюра. Рабочий лифт. Порядочные британцы. Возвращаем.